Дворец спорта «Триумф» вновь стал эпицентром масштабного праздника. На этот раз он встретил участников открытых межмуниципальных соревнований «Спартак-дзюдо». Этот турнир с уверенностью можно назвать одним из ярких событий в спортивной жизни не только Люберец, но и всей страны. Подробнее расскажет Луиза Егиазарян. Арену Дворца спорта «Триумф» не узнать. В центре огромное пространство для поединков, а рядом с ним яркая сцена, украшенная в стилистике «Спартака». Одно только оформление зала говорит о высоком уровне подготовки спортивного праздника. Я провожу турниры не первый раз, но именно со «Спартаком». Историю со «Спартаком» я провожу первый раз, и он получился у нас очень удачным. Благодаря комитету спорта «Люберец», благодаря общим точкам соприкосновения за то, что развивать детский спорт, за то, что развивать спорт, прививать правильные приоритеты. И предоставили колоссальную арену, очень хорошую арену, где все есть для этих условий. Перед тем, как участники соревнований вышли на татами, их поприветствовали почетные гости. Совсем недавно мы открыли еще одно отделение комитета «Дзюдо». Набираются большие обороты, и сегодня мы устроили этот праздник. Я от общества «Спартак», от российских болельщиков «Спартака» поздравляю вас всех, поздравляю участников, желаю вам дальнейших спортивных побед, и чтобы наше «Дзюдо» всегда процветало не только в «Спартаке», но и в России. Тот уровень соревнований, который сегодня проходит, он впервые по «Дзюдо». Это первый муниципальный турнир, разрядный турнир. Ребятам, участникам будут присвоены разряды. И я надеюсь, что данные соревнования у нас будут проходить систематически, не один раз в год. Продолжилось торжественное открытие соревнований живым исполнением гимна России. Затем зрителей и участников турнира ждал зажигательный кавказский танец. Несмотря на то, что это первый турнир, он не только прошел на высшем уровне, но и собрал большое количество участников. Более 300 дзюдоистов из разных уголков России. Кроме Москвы и Московской области представлено еще 6 регионов. Возраст спортсменов от 11 до 13 лет. Детишки очень крепкие, очень хорошие, очень перспективные. Видно то, что будущее в хороших руках, так как вижу и техника на хорошем уровне, и тактика, да, и физически они подготовлены. Из городского округа Люберцы в межмуниципальном турнире приняли участие 13 юных дзюдоистов. Это лучшие спортсмены, которые показывают хорошие результаты на тренировках и других соревнованиях. Я занимаюсь дзюдо 3 года, и мне нравится, потому что там много интересного, и изучаем много новых приемов. За эти 3 года я научился бороться и многим приемам. Всего на турнире представлено 20 весовых категорий. В каждой определили сильнейших спортсменов. Победителей ждали ценные призы от спонсоров и партнеров. Но самый главный подарок для юных спортсменов – это, безусловно, яркие эмоции. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.